Главная особенность даты празднования дня рождения королевы состоит в том, что она не связана с реальной датой появления на свет ни Елизаветы II, ни предыдущих британских королевских особ. Начиная с 1748 года день празднования назначался правителями Британской империи, а позднее – Содружества наций. Идея заключается в том, что климат Британских островов очень похож на Прибалтийский. Поэтому каждый год выбирается день, в который вероятность плохой погоды в северном полушарии минимальна каждая страна вольна сама назначать день праздника. Как правило, он отмечается в конце мая, либо в начале июня. Так в Лондоне ее в этом году отметили в минувшую субботу, а в Таллине вчера вечером. В Эстонии хорошо помнят триумфальный визит королевы в 2006 году в нашу страну. И отношения двух наших стран очень тесные. А в последние годы новым фактором стало военное сотрудничество. Недавно мы завершили восьмилетнее сотрудничество в Афганистане. Там мы достигли высокого уровня взаимодействия, понимания и доверия. Теперь мы договорились, что эстонские подразделения войдут в состав британского экспедиционного корпуса. Я сам перед назначением служил в Афганистане и могу с полной ответственностью заявить, что ваши военные ценятся очень высоко. Британское командование отметило эффективность их действий и весомость вкладов в боевые операции. Неудивительно, что наше сотрудничество продолжится и в будущем. В британской столице и в региональных центрах праздник принято встречать с салютом. В Эстонии, в столичном небе, демонстрационный полет совершили два британских истребителя Тайфун, которые сейчас базируются в аэропорту Эммари и выполняют функцию воздушной полиции. О тесном сотрудничестве Соединенного Королевства Эстонии говорил и британский посол. Все британцы гордятся своей королевой. Этот праздник ⁇ возможность раз в году поднять бокал за здоровье Елизаветы II и поздравить ее с праздником. Для нас это тоже прекрасная возможность собрать всех эстонских партнеров вместе и поблагодарить их за все, чего мы добились за минувший год. Думаю, что нам надо теснее сотрудничать, ставить новые цели, и тогда этот праздник станет еще грандиознее. Прохладная погода не помешала празднику. Как правило, он далек от чрезмерного официоза. Даже посол своей речи совместил серьезную часть и традиционный британский юмор. Говорят, что и сама королева ценит хорошую шутку. Но Адам привлекает еще одна давняя традиция. На этот праздник принято приходить в шляпках, и они охотно используют эту редкую возможность. Тем более, что светские фотографы ведут охоту на самую оригинальную и экстравагантную шляпку. Кстати, Елизавета II родилась 21 апреля. Еще ни разу не отметила этот день вместе со всей страной. Как сообщили в посольстве, 23 июня 9 британских воздушных асов 1610 продемонстрируют свое мастерство для всех таллинцев и гостей столицы. Увы, количество фигур высшего пилотажа зависит от погоды. Лучшая точка наблюдения – Москва и променад напротив Певческого поля. Владимир Михалков, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.